Привет, народ, это я, это топ-драйвер. В общем-то, для меня после записи предыдущего видео прошло, наверное, максимум полчаса. Я его успел только загрузить на канал. И я вот это время чесал репу, чесал репу, чесал репу, чесал репу. И действительно, в конце мы что-то как-то вот аж дерзко-то зашли на 15-е место, да. Буквально там отделяет пару шажков, ну, на данный момент еще, с учетом того, что полтора суток до конца. Но кажется, что турнирной тачкам совсем близко, да, рукой протянул. И я так думал. По сути дела, American Dream — это единственные вообще вот какие-то условия, в которых я могу хоть что-то показать. Потому что все остальные классы у меня выглядят намного слабее. И единственная легендарка, блин, у меня именно в этом классе. И эпик у меня здесь есть. И топовая красная тачка. Ну, в общем, сами понимаете. И топовая красная другая тачка, да. То есть две топовые в своих классах тачки красные, они у меня есть, да, по сути дела, ну, серьезно, у меня единственное, вот, таких обстоятельств, вот к чему я клоню, таких обстоятельств, где я буду настолько же близко к какой-то кубковой тачке, наверное, не будет больше никогда в жизни, если только не повторится American Dream с такими же условиями, да, и я такой думал, может быть, мне реально вот сейчас попробовать втопить на все, понятное дело, что шансов на победу, как я уже сказал, у меня, ну, наверное, нету, да, ну, не то чтобы не наверное, а процентов 90 шансов отсутствуют, да, то есть лишь там, да, 10 это слишком дерзко, да. 1%, давайте так, 1% на победу у меня есть, прохладно, да, но почему бы не попробовать им воспользоваться, это явно больше, чем что-либо еще. Я уже начал качать арвет. Проблема в том, что у меня на прокачку, допустим, даже вот этого тахое, тупо нет еды. У меня осталось вот на 3 апгрейда, то есть это раз апгрейд, 2 апгрейд, да, и три апгрейда. Ну, окей, я могу вточить ему 2 сюда, 1 сюда. Но при этом мне еще нужно в Айрвет один вточить. То есть 2 в тахой. Зря я, конечно же, в Мазду вкачался. Но я не знал, что... Во-первых, у меня Айрвета не было. А без Айрвета, на самом деле, вы можете понять, что... Если посмотреть на все мои тачки, да, то есть там нужно 4 Шевроле американской мечты. Если мы сейчас на это посмотрим, да, то у меня нету четвертого нормального Шевроле, если вот эту убрать тачку. То есть раз, два, три и все. Да, то есть дальше идет вот такой гов... Кстати, слушайте, может мне вот это говнище вкачать? Стандарт РВД, то есть оно и на дождливые тачки трассы пойдет в теории. Вместо ZR2. ZR2 не заходит, потому что не нужно мне просто столько тачек, да. Слушайте, а вот это может быть мысля. Во-первых, он на дожде что-то покажет, потому что у него стандартка. И он Шевроле. А вот это говнище, оно как там? Тоже средний просвет, кстати, имеет. Надо подумать. Вот был бы вот это вот не Крайслер, а что-то другое. Но у него, по-моему, да, средний. Был бы вот этот Шевроле, да, вот этот Крайслер говно 300. Это было бы хорошо. Надо подумать, короче, насчет вот этого чевика. Замена вот этому, да. То есть, ну, замена, конечно, супер дико прохладная, но стандартные покрыхи. И высокий просвет, я не буду сосать. Надо подумать, но у меня бабок нет, у меня всего лишь 200-300 тысяч, да. И, в общем-то, я чесал репу. Ну, то есть, опять же, вы понимаете, что если вот у меня не было вот этого Айрвета, у меня был бы вот этот чевик, или вот этот чевик. Больше нечего просто ставить, да. И вы сами понимаете, что вот это, а вообще не близко вот с этим. Да, поэтому, конечно, здесь я бы сказал именно о... То, что мне выпал Айрвет, можно назвать каким-то ключевым фактором того, что я сейчас как-то состязаюсь хорошо. Да, он очень хорошо закрыл, по сути дела, последняя дыра, это вот этот вот, вот эта тачка, да. Ну, такое самое слабое место, да, вот если бы заменить. Я его, кстати, давно собирался вкачать. Вот опять же, если бы я не забрасывал игру на 2 месяца, у меня сейчас, может быть, и он был бы вкачан, либо бабок было бы больше, да, либо золото. В общем-то, было бы что-то, было бы легче сейчас состязаться, еды было бы гораздо больше. Но надо, короче, я подумал, можно попробовать. Да, опять же, шансов нету, но за идею, за эмоции, вот так скажем. И нужна какая-то еда для тахуя, по крайней мере, чтобы что-то вкачать, да. И, естественно, надо попробовать вкачать вот этот, надо попробовать. Не знаю, я об этом еще подумаю, об этом Сильверадо, но к чему я это? Мы можем купить пакичей. И я уже закинул 56 рублей в игру. Ну, ладно. Можно сказать, что я опять оторвался и закинул бабосов в игру. Чего делать не надо мне, потому что я уже и так закидывал. И нормально топ-драйверам хватит, да. Но все-таки, блин, 56 рублей — это пол шаурмы.
Я не думаю, что это прям уж серьезные деньги, за которые нужно переживать. Блядь, закинул 60 рублей в игру, что теперь делать? Да, это всего лишь 5 бомж-пакетов. Ну, даже, наверное... Это даже не 5 бомж-пакетов, наверное, 4 бомж-пакета. Это, наверное, даже меньше. Смотри, какие брать. Да, так что я не думаю, что это прям уж такие деньги, за которые нужно прям вот усираться. Да, и я закинул по той простой причине. Мне не хватало, блин, 70 золота. То есть, либо простой карбон открывать, либо американской мечты. Но я думаю, то есть, в американской мечте с точки зрения красных тачек мне ничего не надо. Как вы могли увидеть, Аэровит. Ну, ладно, там есть тот полосатый чевик, да. Давайте я, ладно, открою. Все тачки нам, тем более, все равно будут интересовать в основном чевики и дададжи. Да, то есть, вот только он, но он слабенький достаточно, 5,285, куда мне его? Да, то есть, вместо чего я его буду использовать? Низкий просвет. Может, еще раз вот этот выпадет, кобальт? Но он слабый, да, то есть, ну, 5,979, ну, он не пойдет. Мне кажется, серьезно, вот... Вот это намного лучше даже зайдет, потому что он хотя бы и на дожде пойдет еще. Возможно, на дожде даже будет делать какие-нибудь вот такие вот тачки, да, паршивые. Просто потому что они на динамике, а ты на нормальных. Да, то есть, ну вот из красных только вот он остался. Ну, опять же, это 90-е, потому что... Ну, надо смотреть на эпики, да, то есть сейчас, конечно же, ориентир будет на эпики. Но надежда на эпик, что мне что-то достанется. Шанс, конечно, там 15%, да, но... Если мне выпадет, вот, кстати, вот этот, который я говорил, Корвет, Гранд Спорт, мечта моя, можно сказать, да, то есть вот если он выпадет, это будет шикарно, он закроет, ну не то, что он прям закроет там дыру, да, у меня все равно останется проблема с средним просветом, но он будет явно лучше, чем ZR2, в любом случае, да. То есть там 4.0, то есть он всяко лучше его просто. Вот, этот, кстати... Меньше управления имеет, но больше медленнее разгоняется, но лучше максималка. То есть я даже не знаю, какой из них лучше. Вроде вот этот считается лучше, чем вот этот. Вот. Там есть доджики еще, которые могут выпасть, да. Ну, топовые доджики. Опять же, мы их видели. Кстати, возможно, в будущем, ну, будет тоже еще один турнир, похожий, да, на американскую мечту. Вот на вот этот вот додж. Ну, он выглядит, конечно же, не близко с этим. Хотя у него стандартное 95 управление, и это, ну, хорошо, скажем так, он лучше, чем вот этот, явно, да, то есть, опять же, в этом теге он будет очень-очень силен. Ну вот, они два топовых, да, в принципе, а что там еще остается, там же еще какая-то, один класс, но вот если что-то из этого выпадет, это в любом случае топовые тачки, это, по-моему, лучшие фиолетовые тачки на разгон, да, на драгстерский, там еще что-то, на тестовый круг, то есть... Но, опять же, шансы выпадения этого низок, вот выпадет какой-нибудь такой говно, или третий, вот такая. Так что, с точки зрения красных тачек особо рассчитывать нет, ни на что, да, в паке. Но, если смотреть с точки зрения, что есть шанс выпадения какого-то фиолета, да, то пак американской мечты может дать мне сейчас в данный момент особенно много, нежели просто какой-то рандомный фиолетовый тачка, да. Так что давайте, я думаю, начнем с 4 карбонов. Керамик карбонов, да. Если бы я мог начать с 4 карбонов, было бы намного лучше. Потому что мне в любом случае нужна еда. С 4, я надеюсь, хотя, наверное, надо 5, да. Не, хотя, то есть 4, если я открою сейчас 5 тачек, 5 желтых, да, и из того одна желтая, то как раз-таки на 2 апгрейда мне хватит. Так что начнем с 4. Дальше посмотрим. Дальше откроем, да, американскую мечту, пакетч. Ладно, поехали. Я не думаю, что с 4 мне выпадет красная тачка, ей-богу. Главное, чтобы желтых побольше. Сейчас желтые нужны. Оба! Херня. Оба! Porsche Boxster, ну это мусор. 16-й Boxster, это мусор. Первая еда есть. Погнали. Еще 3 пакетча. Ну, может быть, сейчас здесь легендарка. А прикинь, сейчас здесь легендарка выпадает. Второй этот Dodge Viper или там другой. Там же еще одна есть легендарка из American Dream. Ну, это было бы, конечно, фантастика. Раз... Два, три, четыре, фигня, пять, еще один Porsche Boxster, окей, ладно, мне там, кстати, нужен, мне парочку желтых тачек-то нужно, да, там Datsun, третий, и там еще один какой-то, Suzuki, что ли, внедорожник, раз, это из того, что я помню, два, три, четыре, пять, Cadillac SRX. Ну, это, по-моему, мусор тоже. 15-й, это мусор, короче.
Так, что, последний пак, что ли, да? И мы два этих не открыли еще ни разу. У меня денег-то не сильно много остается на грейды. Я больше не могу паков-то особо покупать. Раз. Два. Три. Четыре! И это, блин, третий Dodge Viper. Серьезно, мне он точно, мне второй-то не нужен, но серьезно. Значит, там как минимум еще одна красная тачка, народ. Вы шарите, да? Вы ведь шарите. То есть мне сейчас не могла открыться тачка большей редкости, чем следующая. Меньшей, большей. То есть как минимум две красные тачки я сейчас вытащу из пака. А то и эпик. Ну блин, серьезно, может быть эпик? Ну давайте эпик. Пожалуйста. Серьезно, это, кстати, тачка для американской мечты, если что. Да, то есть если бы у меня не было ничего, ну, вот сейчас бы хотя бы вот это было, но... Но мне он не подходит. Ну давайте, эпик, Шевроле. Или там этот. А я, кстати, тот топовый додж не смогу взять. У меня же уже есть. Мне только чевик пойдет, да ведь. Ну да, да, действительно, топовый. Ну тут, ладно. Давайте. Давайте прям, скрестим пальцы. Я думаю, этот, вот этот вот пак, да, возможно, он будет даже лучше, чем мы откроем сейчас карбоновый пак. Давайте, ну давай. Давай. Ить, говна кусок. Но я серьезно хотел эпик. У меня с эпиками вообще туго. По-моему, это Егор говно. У меня есть такое предчувствие. Даже не то, чтобы предчувствие. А почти полная уверенность. Но, блин, две красные тачки из одного. Я думаю, это можно считать очень сильным открытием. Да, так, что он там, Ягуар ведь? Ну, в конце где-то списка. Ягуар. Четыре... Значит, не в конце списка. Ой, блин. Сейчас... А, вот он. Югаров тут полно. И да, он не отображается, потому что я его не добавил еще. Но вот этот... А, ну это динамика. Динамика. Это уже эпики пошли. Это тоже динамика. Это... Вообще, слушайте, этот... Он на стандарте РВД. То есть... Надо смотреть, то есть с точки зрения ягуаров, он топовый по стандартным покрыхам, тут больше ничего нет, это за ПВЕ был. Кстати, выглядит один в один как Porsche Boxster, который я открывал, нет разве, только Porsche как будто отзеркаленный, фотка отзеркаленная. Ну, возможно, кстати, этот Ягуар не настолько плох, да, то есть ему, возможно, стоит оставить... Надо посмотреть, что там вообще по Британии, по стандартным покрышкам, да, то есть, Ягуары, окей, но там еще в Британии, ну, то есть, Ягуар это слишком узконаправленно, но если там в Британии плохо все со стандартными покрыхами, да, ладно, вот он, самый вкусный пак, ну, то есть, как бы, здесь еще одна красная тачка, и получается, и да, почему еще, я в момент, который хотел проговорить, у меня, вы видели, уже там 50 там, с лишним слотов, и, в принципе, на полгода мне этого хватит, да, и я подумал, что, в принципе, я могу потратить голду, это не так уж и страшно. Для меня я накоплю те 8800, за полгода точно накоплю, и вряд ли у меня гараж так заполнится активно, у меня просто тупо нечем его заполнять. Да, так что, поэтому я и решил пооткрывать. Значит, давайте. Американская мечта. И вот это момент истины. Да, тут вот вообще без спора. Раз, два, три, четыре. Ну, жалко, конечно, хотелось бы увидеть и здесь красную тачку на четвертой карточке, да. Потому что это намекало, что это как минимум две красные тачки. И, короче, ну, ладно, давайте. Хоп! О чем я говорил? Да, ну, еще один Dodge Charger SRT8, который у меня уже есть, и который я еще третий получу, если я в сорокете останусь. А я надеюсь, что я останусь в сорокете. Ну, по крайней мере, пока что мои успехи мне намекают, что все-таки с сороковником у меня проблем не будет. У меня будет три Dodge Charger SRT8. Просто такая армия SRT8. И там, представляете, вот будет турнир, там, American Dream, и три трассы в каждом трек-сете будут... С этими лежащими полицейскими. Я такой, охуеть! Три СРТ-8! И там все с легендарками, с фулл прокачанными эпиками. Все сосут челу, у которого три СРТ-8. Да? Ну, нет, на самом деле. Потому что я их фьюзану. Один оставлю, я один-то не вкачаю. Ну, вот как-то так. Да, то есть... Не сказать. Пока синие тачки не буду продавать, просто потому что... Возможно, я буду качать тот... Чевик, о котором я говорил, да? Скинем.
Потому что явно надо скидывать. Еды получилось не так уж и много. Один пакетч бы мне еще, конечно, желательно открыть. Но это стопудовая еда. Это неизвестно, насколько еда. Да, ну, но все равно, мне кажется, открыл хорошо. То есть вот я сейчас за вот буквально 4 керамики и 1 карбон открылся лучше, чем в прошлый раз я открывал. Нет, не хочу. С чего вдруг вообще? Ну, это потому что я заново уже переустанавливался на новом винте. Так, что-то я еще хотел показать, сказануть, да, то есть открылся хорошо, потому что, ну, блин, 3 красные тачки. Серьезно, кстати, керамика, последняя, или какая нам, предпоследняя керамика, последняя, да, оказалось лучше, чем карбон, потому что в карбоне я открыл просто желтую красную, а там я две красные открыл. Да, так что... Кстати, кто-то писал комментарий еще под старыми видосами, что он открыл так, не, ну, именно из керамик открыл больше полезного, чем из... карбонов, и, мол, он написал, что вот еще момент, я об этом совсем забыл, человек писал, что, мол, в керамике шанс выпадения легендарок больше. Это неправда, чувак, если ты до сих пор смотришь мои видосы вдруг, это неправда. Есть официальные данные по шансам выпадения тачек, и то, что ты судишь, что вот тебе из керамики ты открыл там больше легендарок, да, и тебе показал, что из них шанс даже больше, чем в карбоне, это лишь субъективное впечатление твоего единичного случая, который не является репрезентативным. Да, в керамике не больше шанс выпадения. В конечном счете все зависит от удачи. Да, вот что вот это за удача, да. Причем я открыл это вообще не из американской мечты. Ну, вот что это, блин, армия доджев? Вот просто, да. Кстати! Кстати! Тут, по-моему, не случаем ли не додж ли турнир-то? Да, Додж Сити. Додж Сити. Я просто такой, оп. Ищем тут доджик. Оп. Оп. И у меня просто вот, даже если вот не смотреть на легендарку, вот он, Додж Сити вам. 3 таких доджа, 2 таких, блин. Как там эта комбинация в покере называется? Я забыл, 3 плюс 2. Там есть какое-то название. Да, и вот такой хоп, ставишь просто. Додж Сити, чё? Ну, серьезно, кстати, для Додж Сити я, наверное, готов, если там... А что там может быть? Там ничего плохого-то не может быть. А, кстати, Додж Дуранго, тот Чевик, да, который красный внедорожник, то он, получается, среди доджей это единственная тачка по таким покрышкам, так что его, мне кажется, надо сохранить. А то вдруг для Додж Сити пригодится, да? Ну, серьезно, в Додж Сити, я думаю, буду чувствовать себя неплохо. Раз, вкачанные, да? Одна, ну, чуть-чуть вкачанные, чуть-чуть 4 тачки, и вот тебе на выбор, еще что хочешь, бери, да? Да, было бы еще у меня, конечно, бесконечное количество ресурсов, чтобы это все вкачать, да? И тогда было бы вообще прям конфеточно все замечательно. Додж Сити тогда бы был бы мой вообще безапелляционно. Хотя там, может быть, поставить какое-нибудь ограничение, типа, без легендарок, и тогда... Мой додж просто как бы в труху улетит. Или там лимит будет какой-нибудь жесткий, и поэтому он тоже улетит в труху. Ну, посмотрим. Додж Сити выглядит забавно, как минимум, да, в теории потенциально. Потому что доджей у меня что-то набралось такое приличное количество. И еще один момент, на котором мы будем заканчивать уже, которым я хотел еще в каких-то... Даже не в предыдущем, а в предпредыдущем видео сказануть, что, мол, на форуме даже наткнулся на тему, где уже делают предположение, какие тачки добавят в патче 8.0. Анонса никакого еще не было. Поэтому это просто чисто так, как там было написано. Ну, типа, у нас еще дохерища времени до этого патча, давайте подумаем, что могут туда добавить. И вот что я хотел сказать. Да, вот из-за того, что я тут пропустил несколько месяцев, за эти месяцы я мог бы свою коллекцию пополнить. И добавление новых тачек, конечно же, уже видится не чем-то хорошим, а наоборот, более унылым, потому что, ну вот ты составляешь, что говоришь, составляешь, да, вот оно у тебя более-менее уже начинает что-то у тебя там прорисовываться, а тут добавят тачки, которые окажутся, там, даже пусть несколько окажутся более имбовыми, чем те, что сейчас есть. И твои тачки уже там будут не первые, да, а вторые. Конечно, это все равно хорошо, но сами понимаете, ощущение того, что твоя тачка вторая, а не первая, оно уже не такое. И... ты можешь уже просто сталкиваться потом с такой проблемой, что, ну, ты просто выше тебя просто чел, у которых тачка первая, а у тебя вторая. Ты их не можешь никак обыграть. Плюс это новый тег появится, скорее всего, да, какой-нибудь там Italian Dream, да, или какой-нибудь Italian Pepperoni.
И в нем я буду абсолютно ноль, и у меня не будет возможности нормально закупиться, да, потому что у меня ее просто нету, сейчас у меня нет колды, и донатить я крупно не буду, ну, там, может, 50 рублей это я вот как сейчас докинул, это вообще не проблема, да, но на 50 рублей я ничего не куплю, чтобы купить пак, тут нужно рублей 700, по-моему, да, сами понимаете, ну, вот 700 рублей за Dodge SRT8 это как бы бред, сами понимаете. То, что я накоплю к тому моменту кучу денег, чтобы с керамик начать открывать эти тачки, тоже прохладой веет, потому что мне сейчас очень много чего надо прокачать по красным тачкам. Как минимум 3-4 машины есть на прокачку. Да, до сих пор обидно, что нет ни одного эпика, который мог бы стать преемником на прокачку. Да, ну просто нету преемника эпика. Вот это вот самое обидное. Вот выпал бы мне сейчас самое главное, что я хотел, да, пусть даже оно не принесло бы мне победы, но выпал бы топовый, хороший, годный, черт возьми, эпик. С ними туго вообще, как, черт возьми, как. Это вот не для прокачки, я считаю. Надо еще насчет этого поспрашивать на форуме. Но я думаю, что это не для прокачки. Ладно, не будем затягивать это видео. 20 минут получилось, по-моему, нормально. 100 тысяч, да, я мог бы открыть еще даже, наверное, 3 пака. Не, наверное, а точно. Но мне нужны деньги просто, чтобы профьюзиться, да. Сколько мне там денег-то надо? Плюс я еще сколько-то должен получить за... А за что? Я тут нет турнира, который закончится раньше, за который я что-то могу получить. Да? В принципе, да. Это тоже начнется слишком поздно. И, в принципе, мне нужно будет... Если я возьму качать тут желтый, то мне еще потребуются деньги. И очень даже в таком солидном количестве. Ладно. Давайте будем заканчивать без затягиваний. Как я уже сказал, видео выйдет на сутки позже. Поэтому как выглядит ситуация... спрашивайте в комментах или в группе, но я практически уверен, что я буду где-то болтаться в пределах там 10-30 места, а то и 40-го, да, то есть в восьмерку мне все-таки путь заказан, я в него, вон уже 23-й, потому что меня кто-то победил, видите, ну и все. То есть я бы сейчас мог победить, вот у меня был билетик, да, если бы у меня Аэровет не был в прокачке, я бы победил и занял бы уже 11 место. А 11, это, считайте, рукой подать до 8. Но вот как бы нет, ничего мне тут не светит, да, но будет карбон, правда, вряд ли я его смогу открыть на видосе на каком-то. Я в группе это скриншотом выложу в любом случае, потому что, ну, турнир заканчивается в час ночи, я, скорее всего, в час ночи буду хотеть его открыть прям сразу же, да. А не ждать там 1000 лет. В любом случае 250 голды мне вернется из потраченных 1600. Ну, условно говоря, да. То есть я их, конечно, мог бы и не тратить. Но я думаю, вы не будете меня осуждать. Ладно, увидимся.